11 марта на территории Дворца молодежи вновь пройдут игры КВН «Нефтик». Пройдет весенний кубок и 1/4 финала Лиги КВН «Нефтик». Примут участие команды с города Уфа, Сарапул, Ижевск, Пермь, Казань, а также Екатеринбург. Всех мы вас ждем, но самое главное, что теперь наши билеты вы можете приобрести по пушкинской карте. Оплатить билеты на КВН пушкинской картой могут молодые люди от 14 до 22 лет. Всю подробную информацию организаторы опубликовали в своих социальных сетях. Весенний кубок начнется в 17:00, а четвертьфинал лиги стартует в 7 вечера.